Через 5 минут начало первого тура классического турнира, посвященного памяти Владимира Дворковича. Я спускаюсь с 3-го этажа конгресс-отеля «Таганрог». Вот главный арбитр побежал наверх. Очевидно, что-то чуть-чуть забыл. Ну, а я спускаюсь. Вот тут участники. Они не торопятся занимать свои места. Жеребьевка уже известна. Так. Добрый день. Так. Темновато как-то. Да. Добрый день. Потому что да, был закон, то что ну, закона не было. Ты играешь? Ну да. Так, на моих часах без 3 минут. Добрый день. Самые аккуратные уже сидят. Готовы, изучают друг друга внимательно. Да? Холодно вдруг стало? Да. Хотя здесь же кондиционер. Или на улице холодно? Так, наверное, можно сказать арбитрам, и они выключат кондиционер. Нет, ну если из-за того, что одна мне холодно. Нет, ну почему? Я думаю, хотя вот Оля Петрова, она горячая, ей нисколько не холодно. Это просто надо с утра кушать хорошую манную кашу, и все будет хорошо. А, конечно, если только обходиться чаем. Пустым, зеленым. Что? Выспалась. А, да, выспалась. 4 часа. Добрый день. Дима, не кажется темновато чуть-чуть? Сейчас включится. А это я сейчас буду диктовать. Ну, вот такая спокойная рабочая обстановка. Третье место поделили. Добрый день. Не забудьте выключить мобильник. Ага, ну вот. Добрый день. Thank you.
Две минуты до начала тура. Коротко регламент. Соревнования у нас проводятся с 22 по 30 июля. Играем мы каждый день в 16:00, кроме 27 июля, это шестой тур в 11:00.